Вот появилась первая маломальски прогалина. К сожалению, вы видите, какая бывает облачность в Гонконге, просто сумасшедшая, не видно практически ничего. Но кое-что все же видно. Нереальные, можно, вот если бы туда прыгнуть, я не знаю, вот что будет. Высота какая-то чудовищная. Вот. Что касается зданий, вот да, на нашем берегу их все же видно. Вот, вот такая вот прекрасная открывается панорама. Дальний берег, очертания каких-то известных зданий тоже видно. Там вот куча всевозможных судов. Вот, очень красивая прогалина. Идем дальше, посмотрим, чем удивит нас другая сторона острова. Вот еще одна остановка, и вот здесь вот потрясающий вид панорамы. Вот. Он потрясающий тем, что ну, реально создает некое подобие джунглей. То есть вот я смотрю сейчас оттуда туда и абсолютно вижу картину джунглей Борнео. Вот. Это тоже джунгли Юго-Восточной Азии. Вот. И ощущение абсолютно такое же, как будто я вот нахожусь именно где-то на Борнео. И только вот высотки вдали выдают присутствие здесь какой-то цивилизации. Реально, вот как будто находишься на джунглях Борнео. Поют где-то вдалеке птицы, летают какие-то вот хищные птицы, парят в небе. Из очень интересной флора, вот, например, камфорное дерево, о чем свидетельствовало табличка, огромное камфорное дерево. То есть я еще получаю истинное удовольствие, наблюдая за теми растениями и животными вживую, о которых раньше я только читал из книг и видел из фильмов там BBC или National Geographic. Вот. Сейчас, в общем-то, имею возможность потрогать, прикоснуться к камфорному дереву и каким-то там баньянам, банановым деревьям, фиговым и тому подобное.